произошел инцидент со стрельбой на Лубянке. Полите по нему-то, ёбать. Да хрен его знает. Ау. Ой, вернее, Василий Васильевич, указание по Делякину доложить, кто из личного состава на месте. Ой, есть. Да. Завалили, походу. Не, вот. Все, есть. Свое мнение о происходящем высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам безопасности Кондратьев Алексей Владимирович. Что касается событий вечера 19 декабря с попыткой бандитского нападения на комплекс зданий Федеральной службы безопасности в центре Москвы на Большой Лубянке, конечно же, нужно понимать, что это не террористический акт. Во-первых, не предъявлены никакие ни политические, ни какие-либо другие требования. Это обыкновенное нападение, на мой взгляд, слегка неполноценного человека, мягко скажем. Вы знаете, что пострадали люди в ходе этого бандитского нападения. Сам нападающий был убит. И в этом нужно подчеркнуть самое главное. За 2019 год Федеральной службой безопасности в оперативном отношении было обеспечено отсутствие каких-либо терактов на территории страны. Соответственно, вот то, что произошло, это выходка одиночки, которая была пресечена на месте. Да, цена была достаточно большая, болезненная, но я хочу сказать, что Федеральная служба безопасности России является ведущей спецслужбой мира, и сил, средств, умений, навыков у сотрудников хватит обезопасить и себя, и Российскую Федерацию в целом. Все, кто будут причастны к данному событию, будут соответствующим образом наказаны. Я хочу выразить уверенность в том, что граждане нашей страны могут быть спокойны. Мы не допустим, чтобы в нашей стране происходили какие-либо попытки подорвать государственные устои. Вот эти вызовы, попытки прощупать нас на прочность, будут пресечены однозначно. И никаких джентльменских соглашений, никаким бандитским выродкам ждать не стоит. Все ответят сполна.